С начала года на территории Орска произошло 18 аварий. В них один человек погиб, 5 получили ранения различной степени тяжести. Именно поэтому сотрудники ГИБДД решили провести акцию «Пешеход на дороге». Участникам вновь напомнят о правилах дорожного движения. Состоится мероприятие в период с 6 по 8 марта. Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение водителем правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. За причинение тяжкого вреда здоровью человека – уголовная ответственность.